Сейчас насколько хватит аккумулятора, засниму вот этот садик. Вот. С Галей поговорил. Вот у нее, конечно, вот ее кошечка. Одна из двух. Или может даже из большего количества. Вот еще одна, которая Сима, кошечка. Как они, интересно, друг с другом. Бежала домой. Ага, понятно. Ладно. Садик. Солнце светит со стороны дома. И другой ракурс съемки подходит. Сейчас попробуем еще сбоку. Интересно, сделали они теплоцентраль или нет. Снимем. Вот тут дикие травяные заросли. Извините, а вас теплоцентраль провели уже или нет? Это в прошлом году, да? Ну, я видел, трубу копали. Понятно. Это я жил в этом доме. Жил в этом доме я. Во втором подъезде. Ну вот, теплоцентраль, да, это вот. Гаражи вот общий фон такой. Шикарные каштаны. Во как.
кошки дерутся. Зовут Сима. А где же вторая? А вторая вон в палисадничке сидит. Вот они. Две девочки не ладят тут друг с другом. Это вот кошка, которая постарше здесь. Что-то беленькая. На персидскую похожа. Ну ладно, вон он, ухо снимается. Ну вот, в общем, дом отснял более-менее подробно, двор тоже. Здесь тоже засеяно. Галя, у вас же еще участок перед окнами на улице, да, маленький? Полисадник перед подъездом. Да, я тоже обратил внимание, что кроме вас и вот. Я даже до того подъезда кусты рассадила, скопала им. Говорю, сажайте. Ну понятно. Видели? Да. Все заброшено. Ну. Анне Родионовне вот около тоже сделала все, я облагородила.